Здравствуйте, друзья, товарищи! Вы на канале Hedge Playground, меня зовут Иван, и я тут, короче, зашел вот к этому чуваку посмотреть чисто вот что у него есть, а тут у меня появились какие-то новые бронечки. Это меня немножечко напрягает, потому что, ну, как бы, камон, я же собирал броню-то этого тюра и древние вот эти вот всякие перчатки древних и прочее говно. И я их теперь не смогу улучшить до желтеньких, что ли, или чего? Они у меня навсегда остались синенькими. Ну и хрен с ним. Дымящийся уголек. Создает огненный щит, наносящий противникам урон от огня. Ля-ля тополя. Класс. Класс. Смотри, и рукоять для топора новая появилась. Огненная рукоятка Суртура. А, нет, Суртра. Суртра, потому что Суртур это был в какой-то другой игре. Синмар, уголек Синмары. Вызов яростного вихря Муспельхейма. А, это в Муспельхейме. Приходите. О, слушай, огонь. А, смотри. В прошлом эпизоде что мы сделали? Мы, короче, воскресили голову Мимира. Теперь Мимир нам там сказал, типа, вот идите туда-сюда, не знаю куда. И это все очень круто. Это все классно, конечно. Это все не может не радовать. Это что? Найдите Брока. Ага, вот в этой вот штуковине надо найти Брока. Это рядом с этой, с черепашкой. С этой, с ведьмой с нашей, да. Предгорье, смотри, вот здесь вот скрытый чертог Одина, еще скрытый. Это вот эти вот запечатанные двери. Вот это основной квест. И я бы хотел пошарахаться, на самом деле, по озеру, потому что, ну, как бы там... Открылись новые локации, которые доступны для изучения. А еще у нас открылся Муспельхейм. Давай сходим, посмотрим, что там в Муспельхейме. Хотя бы просто посмотрим для начала. А потом уже, если там нам не будут жопу рвать, то, в принципе, можно и в Муспельхейм сходить. Потому что, ну, как бы, путевая руна-то, ну, не просто так же мы ее получили. Возможно, там как раз в Муспельхейме как раз вот эти вот огонечки... Так, что это? Это путевая руна появилась, да? Типа в Муспельхейм. Так, Хельхейм закрыт. Альфхейм доступен. Йотунхейм, Ванахейм. А, какие всякие хеймы, хеймы. Короче, любой мир заканчивается на хейме. История с Бальдром? Он постучался в дверь. Бальдр из Асгарда просто постучался? Да. Он пришел и устроил драку. Сказал, что хочет что-то узнать. Сказал, я знаю, кто ты. А, ну ладно, к этому еще вернемся. А что именно он от вас хотел? Я сразу спрятался. Он заявил, что мне самому все известно. Вероятно, спутал меня с кем-то. Очень любопытно. Да, любопытно. Сказание Мимира, добавлена легенда. Так, Мимира Балдури... помогает нам узнать, зачем Асбалдур явился к нашему порогу. Я знаю, кто вы. Вы знаете, чего я хочу и кем же он нас считает. Отлично. Так, ну, а, то есть нам еще надо доехать. То есть это такая местная маршрутка. И все покраснело, смотри. Да, все покраснело. Че, можно идти, да? Все, давай посмотрим, сильно ли нам жопу будут надирать в этом мире. Муспельхейме. А дальше уже посмотрим, что вообще дальше будет. Может быть, как раз здесь вот эти вот сраные огонечки, и мы сможем вытащить отсюда какую-нибудь интересную бронечку. Так, ух. Ну, все то же самое. В принципе-то, светло. Привет. Так, а, оу. Оу. Все красненькое, да. Все красненькое. Что скажешь? Жару? Жар очень полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Волшебные двери, которые ты так любишь. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по Муспелю – плевое дело. Ну, да? Если только тебя не поджарят. Да? Окей. Ладно, надеюсь, нас никто не поджарит. Ну ладно, мы не дадим нас поджарить. Всем надаем по жопе. Оу. Утраченный язык выполнен, мир огня. Но... И темно, кстати. Это что, снег? Это пепел. Такой бывает от больших пожаров. Весь этот мир великий пожар. Колыбель всего огня.
А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. Ого. Так, подожди, а по карте вообще ни хрена не понятно. Можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Но понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди сидеют и стареют, отрубленные головы болтаются на поясе. Такова жизнь. Да, такова жизнь, особенно твоя. Так, смотри, какие здесь монстры будут. Сейчас посмотрим уровни, на самом деле, и потом будем решать, пойдем мы дальше по Муспельхейму. Мне кажется, Муспельхейм, правильно же я говорю, да? Муспельхейм, да? Муспельхейм, все правильно. Мне кажется, Муспельхейм это побочный какой-то мир, типа, ну, он не для сюжетки, не обязательно для сюжетки. Его не обязательно проходить, но это типа так, типа контент. Раз есть контент, значит надо его поглотить. А карта... Карты нету нормальной, она не открывается. Ладно, пойдем. Пойдем глянем. Вот здесь вот везде огонечки, да? Лава прыгает. Это, конечно, все классно и здорово. Но вот мне бы... Ага, Брок. Ты, конечно, интересный товарищ. Как ты так быстро сюда попал? Еще один. Сказано Сур. Огненный великан? О да, собственной персоной. Бьет огненный меч. Легендарное оружие. Он Ух сражается ты. С Тором и Одином. Это прошлое или будущее? Хм, это с какой стороны посмотреть. Так, найдены святилища. Давайте. У тебя что-то новое здесь появилось? А, нет, у него, видимо... Появляется новое по мере прохождения, да, и то, что я ему еще продаю. Так, а улучшить мне нечего, поэтому пойдем. Да пошел ты. Пошел ты, синий хрен. Так, нам еще надо с Синдри встретиться, потому что он, скорее всего, даст нам какой-то тоже квест, как и... Как и кто? Слушай, как и Брок. Слышишь голос? Снова эльф. Ничего не слышу. Нет, не похоже. Доносится оттуда. Откуда? Так, поднимитесь на вулкан. Ого. Я поднимусь на вулкан, голос, только... Прямо за поворотом. Только не беги. Ой. Не беги. Это огромный меч. Он спрашивает, готовы ли мы к тренировке. Какой тренировке? Так, для доступа на следующую арену пройдите испытание. Чтобы принять вызов, нажмите А, чтобы отклонить Б. Для разминки нажмите Y. Давай, подожди, давай-ка посмотрим. Посмотрим. Не-не-не-не-не, товарищи, мы с вами пока что не договоримся. Пока что... А, подожди, ну хотя 4-5 уровни нормально. В принципе, нормально. 4-5 уровень, это не так жалко. Не так... Во, я ее использовал, эту атаку. Это не так страшно, 4-5 уровень. Мгновенно восстановление физической атаки способности талисманов, закончив. Вернитесь к мечу арены. Так, хорошо. А, давай попробуем один. Одно испытание хотя бы пройти. Убейте врагов за отведенное время. Какое время? Приготовься, мальчик. Хорошо. Где враги? Где враги? Ну-ка. А, ну это третий уровень, это ладно, это херня. Так... А, за 15 секунд вообще-то... Ой, за 3 минуты. Чё-то я... Какие 15 секунд? Если бы тут были 15 секунд, я бы ничего точно не успел. А, 15 врагов. А! Сука. Хотел меня ударить. Почти попал даже. Так, хорошо. А, да я думаю, сейчас мы их разорвем. Порвем и разорвем. Ой, а эти, кстати, огненные. Слушай, а получится у меня вообще? Что-то я уже сомневаться начинаю, потому что что-то у меня урона маловато для такого вот испытания, потому что осталось 10 врагов и 2 минуты, кстати. Ну, вообще, да, нормально. Так, где? Ладно тебе, господи. Не выпендривайся. Еще где-то есть. Где? Вот они. О-о-о, вот это уже серьезные ребята пришли.
Вот это, ребята, посерьезнее. Ну-ка, давай-ка я вам сейчас вот так сделаю сразу, чтобы вы немножечко у меня охладились. Охладите свое трахание, ребятки. Так, зарубленный. Зарубленный. А ты сейчас тоже будешь зарубленный. Не переживай. Не переживай. Все тоже у нас получится. Ты зарубишься. Так, 6 врагов. Где? А, вот. Все. А, этот чувак мне еще будет говорить, типа, где враги, что ли? Круто, конечно, да. Это здорово. Так, тихо. Воу, а вот это, кстати... Тихо, тихо. Ну ладно, ребятки, давайте. Я сейчас вам вот так сделаю. Вот. Слушай, а ничего, так несложно использовать эту атаку, которую я прокачал в прошлом эпизоде с выпусканием меча. Оу, тихо. А я его не успел порубить, потому что он упал. Все, смотри, еще один. Еще один, который, ну, сыкло. Слабое сыкло, слабая хрень. Опа, все, заберите награду. Ну и жуть, правда? Окей. Смотри, добыча. Слушай, где добыча? Было бы здорово найти какие-нибудь благовония. Запах серы мне уже так надоел. Было бы здорово найти какое-нибудь классное оружие. Или те сам... О, вот они, дымящиеся угольки. О, слушай, а есть еще? А давай еще испытания посмотрим. Мне кажется, мне по жопе, конечно, могут надавать здесь. Ну давай. Испытание посложнее, чем то, что было раньше. Посложнее, да? Ну, я бы не сказал, чтобы мне было сильно мега-супер сложно. Готов, мальчик. Одного за готов. Другим. Это что значит? Еще идут. Презревшие смерть. Враги могут оживлять друг друга для... Воу. Воу. Так, тихо. Где? Ну-ка, умри. Тихо. Тихо, тихо, не надо, не надо, ребята, не надо. Вы можете... Ох, вы можете попытаться меня уничтожить, но это не получится. Получится только у меня вас уничтожить. Он замерз. Огонь, какой огонь? Так. Опа, презревшая смерть. Что значит презревшая смерть? Ой, а это что, это как я так сделал? Вот так, минус один. И вот этого тоже. Блин, сынка, ты зря, конечно, его. Вот так, ага. Минус еще. Вот еще один. Да перестань ты, господи. Шо ты как этот баран проклятый. Не живи, умри, сдохни. А чё, подожди, я не могу понять, что происходит. Дар восстановления, да, мне дар восстановления дали, это круто. Но чё делать дальше? Отлично, минус один. Еще один. Стой, стой, не-не-не-не-не, ну-ка. Все, сейчас я убью его, и должны умереть все враги, да? И враги пропадут. Все, атака отражена, не расслабляйтесь. Окей. Чего? Иди нахер. Огр. Огр? Серьезно? Огр? А, ну я понял. Ладно, его надо просто наглушить и немножечко, и все. О, там проститутка. Ой, простите, проститутка. Простите, но вот это должна умереть в первую очередь. А? Ты собака. Ты что делаешь, а? Тихо, огр. Тихо. Вот так. Вот так. Подыхайте, сволочи. Помрите. Умри, умри, сдохни. Ух. Просто их надо... Блин, вот собака. Тихо, да я вижу. Вижу, вижу, спасибо. Сука. Спасибо, сын. Спасибо, сын. Ага. Тихо, настреливай. Подожди, я забыл, у меня же есть волки, которые могут наволчить им. Вот так, все, минус. Я их сейчас обоих, что ли, сразу убью? Это будет круто, если я их обоих сразу убью. Они не смогут друг друга воскресить, да? Все. Отлично, минус огр. В смысле? Да в смысле? Откуда ты взялась здесь, псина? Псина. Вот псина.
За тобой огр! О, какой огр? Иди нахер! Какой огр еще? Фух, тихо. Давайте без огров, пожалуйста. Давай без огров, без огров. И давай просто убиваем ее, убивай. Все, минус одна. А, они могут... Вот это плохо, что они могут восстанавливать друг друга, типа, да? Презревший смерть. Ух. Тихо. Так, вот так. Воу, опять еще одна. В смысле? В смысле? Мне их надо обоих довести примерно до одного состояния одновременно, что ли? Подожди, я не понимаю. Оп. Так, 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 тихо. Не надо. Не надо. Не надо. Сын, стреляй быстрей. Я ее выкинул. Выкинул, выкинул. Отлично, отлично, убивай. О, выкинул просто ее нахер с этой площадки. Вот ты видала, как я умею. Так, блин, еще кто-то появился, да? Так. Тихо. Опять ведьма? Да в смысле? Я тебя сейчас просто вот буду накернивать вот этой вот херней. Ясно тебе? Ах, и огр воскрес. Да собаки вы, а? Один за другим. Вы просто мерзкие твари. А как так-то? Как мне жить дальше-то, а? Если ничего не получается вот так, а? Тихо. Мне кажется, ведьму надо убить огром. И тогда мы сможем... мы сможем их убить одновременно, примерно. Так. Вот так. Ну-ка. Давай, давай, убивай ее. Убивай. Убивай. Ладно, убивай огра. Сейчас с ведьмой что-нибудь сделаем. Ага. Так, ведьма, ведьма, ведьма. Ведьма, давай, настреливай, настреливай, пожалуйста, сын, настреливай. Вот так, все. Атака отражена, отлично. Так, это можно забрать. И ярость надо забрать. Еще что ли? А, ну ладно, это херня, эти херня. Это вообще хрень полная, да? Это волки, что ли? А, ну это херня. Это полная херня. А, папам. Так, тихо. Справа! Да, отлично, справа, слева, спасибо. Спасибо за подсказки, товарищи. Так, но я вас сейчас всех... Блин, у меня все в жопе. Здоровье в жопе. Так, вылезай, сука. Оу, тихо, 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 тихо. Мне надо вот эту штуковину. Опа, да хер тебе. Понял? Хер. Так, еще один. Где? Где? Брат, за тобой Кацельвурм. Вот он. Кацельвурм? Чего? Какой сзади? Их трое, да? Бережусь. Вот так. А, пам, пам, пам. Опа, пам, пам. Опа, тихо, тихо. Тихо, тихо. Где? Где он? Минус, минус, минус. Минус. Минусанул, минусанул. Так, ладно. Не минусанул. Хорошо. Сейчас минусанул. Минусанул, минусанул. Так, сдохни. Сдохни, пожалуйста, пожалуйста, умри побыстрей. Все. Нет, не все. Собака. Ты сутулая. Ох, еще и вылез, а. Вот псина. Так, стреляй, стреляй, сын. Стреляй. И шокируй его. Шокируй. Шокируй. А-а-а. Тихо. Хо-хо-хо-хо. Потненько, потненько. Так, хп нет. Хп нет. Хп нет. Хп нет. Давай, сын, сын, сын. Лечи меня. Так. Тихо, 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 тихо. Да, я буду жить. Оторву ему хвост. Ах, так.
Так, давай, верни топор и бей. Бей скорей, бей сильней. Harder, better, faster, stronger. Пес, еще один пес, где? Еще пес, где? Да отлично, ати собака. Да суки, а. Вот почему я не могу с ними справиться. Мне кажется, это не для меня сейчас испытание. Так. Я просто не успеваю их убивать. Да класс, слева, да, слева. Я просто не успеваю их убивать. Да перестань ты, сука! Блин, да... Бесите. О, не бесите меня, сволочи проклятые. Минус. Меня сейчас минусанут. Минусанули? Нет, меня еще пока не минусанули. Так, давай. Давай. Давай суперволка своего вызывай. Где? Где? Так, хер. Хер, да хер тебе. Хер тебе, скотина. О, блин, это жестко. Я не могу. Я не могу с этим справиться. Мне кажется, я здесь еще как бы рано. Вот так. Да? Или подожди, я придумал. Я сейчас их всех доведу до определенного уровня здоровья. Да, ну не до определенного. Ача, хер тебе, понял? Ага. Да пошел. Так, блин, минусанул. Зря. Зря минусанул. Так, все. Умирай. Где там, кто остался? Вот так. О, это было сложно. Ладно, это было не очень сложно. Но это было достаточно потненько. А чё, сколько раз мне надо победить? Мне кажется, это, ну, как бы, дымящийся уголек. Это хорошо. О! Открылись другие врата. Огонь. Это было больно. Это было потно. И неприятно. Но я справился. Я молодец. Видали, как умею, а? 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 Кто тут батя? Больно было, больно. Больше никто не живет? Жить тут могут одни огненные великаны. А пророчество гласит, что до Рагнарёка мы их не увидим. До Рагнарёка мы их не увидим. Окей. Это хорошо. Чего такое? Что случилось? Что произошло сейчас? Что за такой этот был? Буль такой, а? О, блин, еще испытание, смотри. Тут еще один меч. Слушай, давай пойдем в испытание в другой раз. Или погоди, да, посмотрим. Не, подожди, сейчас я пока не хочу. Да, сейчас не время для этого, да. Давай вернемся к к этому, к Броку. Ох, ручки прямо мокренькие. Так, ну здесь тем более можно перемещаться между арена 1 и арена 2. Соответственно, мы в следующий раз просто сможем вернуться на арену 2. А кто были те двое с Бальдром? Они правда сыновья Тора? А, Магни и Моди. Других таких кретинов в залах Асгарда не сыщешь. Сделают все, что прикажет дядюшка. Они глупцы. Да, но глупцы опасные. Когда они действуют сообща, они страшны. Но чаще всего они просто грызутся между собой. Они жутко сильны с самого детства. Помню, как Грунгнир схватился с Тором. Потом голова. Ох, да. С испытаниями немножко повременим, потому что это пока что, ну, наверное, мне надо еще чуть-чуть подкачаться, чтобы испытания проходить более успешно. Но, блин, дымящихся угольков надо больше, да? Хотя вот мы можем перчаточки себе сделать или броню для бедер, в конце концов. Так, сила живучесть повышает... Шанс получить огненную ауру повышает силы и восстанавливает немного здоровья. Полный комплект брони повышает вероятность срабатывания. Вот это, кстати, можно сделать что-то вот из этого. Умеренный шанс нанести соседним противником урон от огня при получении урона. Полный комплект повышает вероятность срабатывания.
Пояс пепла, полис... А, тут, короче, три комплекта. Я понял. Шанс создать огненный щит. И тут вопрос, тут просто меня больше интересуют характеристики, да? Окей, так, ладно. Талисман. Мы можем сделать талисман. Вызов яростного вихря, благодаря ему атаки Кратоса не могут быть прерваны, получаемый урон уменьшается, а всем соседним врагам наносится обычный урон и урон от огня. Вот это я сделаю. Вот это я хочу. Вот это мне пригодится. Так, это зажимаем, короче, кнопку и там фигачим. Уголек. Ого. Его тоже можно прокачать, это круто. Мы ничего не нашли. О чем еще мы говорили? Ага, все, я понял, ладно. Так, смотри, Брок, мы пока здесь больше не будем в этом мире торчать. Пойдем посмотрим, что у нас на берегах открылось, потому что очень интересно, что открылось на берегах. Но прежде чем мы пойдем на берега, будет склейка. Так, ну а тем временем, на самом деле, я накопил уже достаточно много опыта, поэтому можно немножечко прокачаться. Так, смотри, можно вот эту вот атаку. Ну-ка, это после первой атаки, которая, да, вот так, раз. А, подожди, нет, это вот после вот этой атаки для широкого взмаха. Нет, все правильно, я понял. Короче, это делается вот так. Сначала мы бьем, останавливаемся и потом бьем РТ. Дальше, смотри, голыми руками. Нет, голыми руками я особо не сражаюсь. Так, смотри, вот здесь. Выполняя уклонение, удерживаете пум назад, чтобы выполнить быстрый бросок топора. Ну, возможно, это когда-нибудь... Ой, сорян. Возможно, я это когда-нибудь случайно применю. Ну, как и вот это. Поэтому давай сейчас просто все прокачаем, чтобы... Да. Чтобы просто все было прокачано, чтобы если я там в случае чего случайно там что-то нажал, у меня получилась какая-то случайная крутая атака. Па-па-па-пам. Ну, это херня, конечно, этим я пользуюсь, но не очень хорошо, не очень часто. Здесь сражаюсь голыми руками. Голыми руками я особо не сражаюсь. Это что, при блоке выстрела? Я понял. Смотри, так, ну ладно, это я потом прокачаю все, потому что, ну, как бы да. Спартанская ярость, кстати. О, а вот это полезно. Вот это полезно, а вот это что? 10 тысяч? Серьезно, идите нахер. Чего бросить большой камень? Серьезно. Вау, огонь. А здесь что нужен следующий навык? Это какой-то топот. Ага, я понял. Здесь нажмите РБ во время бега, чтобы нанести мощный удар. Ладно, кулаками я особо реально не сражаюсь. Поэтому... Ой, я случайно нажал, короче, там что-то нажал. И он у меня, сынка-то, психанул и что-то начал это психовать, видишь? Ладно, поехали обратно в Мидгард. Потому что... Ой, в Мидгард, да? Мы же в Мидгард поедем. Асгард? Подожди, Нифельхейм? А, ну да, вот мне вот сюда, не сюда, но чуть-чуть в другую сторону. А, ну да, можно было игры нажать, это центр всех миров. Что Бальдеру от нас нужно? Итак, что нам известно? Бальдер, без сомнения, лучший следопыт Одина. Если ты нужен ему, то, вероятно, нужен Одину. А вот чего хочет Один, это я знаю довольно неплохо. Что может быть у нас, чего нет у него? Один же царь богов. Он повелитель асов, но его власть не безгранична, и те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он плешь проел на этот счет. Так, хорошо, ладно, понятно. Ну и что дальше? Что с этим делать тогда? Ой, ладно, короче, понятно. Ничего ты мне полезного не сказал. Ничего полезного он мне не сказал, короче, как всегда. Так. Вы идете или как? Да идем, идем. Заколебал уже. Хоть болтать. Трынделка сраная. Так, Альфхейм. В
смысле Альфхейм? По его ветеркам, по сладкому запаху жимолости. В смысле Альфхейм? Какой Альфхейм? Судя по небу, на этот раз светом управляют светлые эльфы. Не-не-не, я не Альфхейм хотел. Видишь ли, светлые эльфы и темные всегда сражаются за свет. Мы это знаем. Но знаешь ли ты, что власть над светом переходила из рук в руки целых 213 раз? Правда? Да, обе стороны считают себя истинными хранителями света и утверждают, что борются за выживание. Но правда в том, что война идет так давно, что они уже не могут без нее жить. Какой Альфхейм? Как я в Альфхейм попал вообще? Один хочет просто не его власть. Хочешь сказать, он нацелился на Йотунхейм? Да, это одно из его главных устремлений. Но в этом же нет смысла, мне нет. Да? Где это я потерял смысл? Ты говоришь, что Бальдер выследил нас, чтобы найти путь в Йотунхейм. Но мы тогда еще сами не знали, что нам туда надо. Это бред. Но все-таки, вы направляетесь в Йотунхейм. Значит, он был прав. Ну, значит, вероятно. Ты меня слушал. Так, обновлено сказаниями мира. Еще бы опыт постоянно давали за эти сказаниями мира. Кстати, кучу опыта я набрал, скорее всего, за то, что закончил какую-то цель. Да-да-да, вот посмотрим. Так, правосудие, война. Так, последний из древних. Нет. Цена войны. Нет. Кстати, скоро я получу 5000. Вот, за Вельф я, скорее всего, получил. За... Па-па-па-пам. Па-пам. Па-пам. Нет, не получил. За Тацельвурмов давно получил. За Драугров, кстати, скоро получу. Еще два Драугра осталось. Викины, Волкодав. За Волков, скорее всего, получил. Ну ладно, короче, не важно, за что я там получил. Важно то, что мы идем обратно в Мидгард. И нам бы, конечно, встретиться с Синдри. Ой, что это было сейчас? Это не автосохранение, подгрузка. Да пошел ты, надоело орать. Не ори. А, идем уже, да, я бы с тобой пошел, только ты знаешь что? Ты засранец. Ты засранец. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или ух ты. Еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решай. Ух ты, смотри, а здесь еще уровень появился, да? О, еще одна дверь. Этот замок оплетен магией, и его не открыть ни земным ключом, ни грубой силой. Класс. Это, конечно, здорово все. Нам туда, к статуям грибцов, а потом между ними. К статуям грибцов, а потом между ними. Это прекрасно и замечательно, но давай посмотрим, что здесь еще есть. Потому что, возможно, здесь появилась какая-нибудь интересная ерунда. Вот, например, вот это. Почему Фрея плюнула тебе в лицо? Хватит, никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Например, вот это. Я потом закончу. Попал. Так. Ой, 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 там пес. Фига себе, еще и четвертого уровня. Еще и четвертого уровня, что ли? Воу, это прям, ну, как бы, несправедливо. Так, ледяной залп. Ну, давай, получи ледяной залп. Нет, не получил. Ну-ка, вот так. Да, упал, класс. Все? А, еще один, что ли? Пошел ты. Враги так, здесь убьем. Пики. Пики точеные на стуле стоят. Я невеселый сижу и смотрю. Так. Па-па-па-пам. Вот здесь, смотри, какая-то штуковина. Ой, а это пики точеные. А, я понял. Я понял, надо эти пики точеные... сделать вот так. Да. Да? Да. Пики точеные делаем в другую... закручиваем в какую-то сторону, и эти пики точеные уходят. Надеюсь, они не выйдут и не проткнут меня своими пиками точеными. Так. А там внизу, кстати, появился проход. Соответственно. Ой. Надо сделать обратно. Да. И вот эти вот места исследовать было бы... Ой, тихо. Вот так. А, там что-то упало, короче, ладно, за этим мы потом сходим. Здесь, что это? Это серебро, окей.
Мне кажется, на самом-то деле сюда лезть, это я приду просто к тому месту, где я уже был. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Либо с другой стороны. А, ну вот, да, все, я понял, где я. Я пришел к тому месту, где я нашел первую сраную карту. Которую я, кстати, так и до сих пор и не... А, не, подожди, не, мне не надо сюда. Мне сюда не нужно, я уже здесь все сделал. Я уже здесь все забрал, что можно забрать. Единственное, что можно посмотреть, как там спуститься. И спуститься мы там хрен сможем. Поэтому пойдем. Стоп, а тут еще наверх можно залезть. Погоди-ка, а вот здесь это уже интересно. С этого момента уже становится интересно. Это что? Ого. Окей, ладно, пойдем. Вопрос, куда нас это приведет? О, нет, сука, нет! Не-не-не-не-не. Она призывает их, что ли? Воу, тихо, тихо, давай, сынка, вызывай эту херню свою. Пускай она их развоплощает. Тихо. Так. Вот так. И вот так сразу делай. Делай как надо, делай, что я тебе говорю, и все будет хорошо. Так, огненная херь. Огненная херь. Огненная херь, сейчас... А, где он? Где она? Где шволочь? Так, шволочь, шволочь, умирай, шволочь. Вот так тебе. Все. Ух, это... Да чего ты тут стоишь, господи, дурак что ли? Ну вот и все. Чё ты хотел? Думал, ты меня сейчас победишь? Да сейчас. Ох, это неприятно всегда. Верно. И большой хитрец. Король ледяных великанов. Он украл молот Тора? Ага. Мьёльнир? О. И почти всех убивает Тор. Представь себе. Так, хорошо. Святилище. Найденные святилища. Так, все, поплыли наверх. Ой, поплыли, говорю, полезли наверх. Стоп. А, вот так, да, точно, я и забыл, что здесь надо прыгать. Это башня и сундук. А в сундуке у нас что? Ну, здравствуй. Символ храбрости. Ну, херня, ладно. Так. О, нет, погоди. О, стоп, стопе, стопе, сохраняемся. Я не знаю, что это за хрен. Вот так вот, да? Я не знаю. У-ху-ху-ху-ху. Ну, сейчас. А я ему вообще урон наношу, прости. Давай, сын, что написано? Ой, да читай. Читать надо, блин. А чё, подожди. Готов. Погоди. Погоди. Погоди, готов, я понимаю. Я понимаю, ну-ка. Стоп. Ты чё на сынку? А, ну я ему, в принципе, урон наношу какой-то. О-о-о-о. Ну-ка, давай ему сейчас сразу будем накернивать вот такими атаками. А, подожди, я ему, по-моему, ни одной атаки не нанес. Так, тихо, тихо, прерываемся. Тихо. Чё-то... Чё-то... Прочное, да? Ой, ю-ху-ху-ху-ху! Ю-ху-ху! Оп. Так, тихо, нет... Нет. У-у-у! Да, я понял. А, у меня нет этого камня, точно. Я и забыл совсем. Я и забыл совсем, что у меня нет камня, но это... Подожди, это как? А как это? Ну, я могу ему наносить урон. Подожди, я же сохранялся. Стоп. Я же сохранялся, подожди. Какая контрольная точка? Подожди. Загрузить вот автосохранение вручную. Вот, давай опять там же начнем. Потому что это как-то сложненько, что ли.
сложненько немножко. Но я думаю, я не буду его сейчас колбасить, потому что, ну, как бы, да. Он мне жопу-то... Подожди, а в смысле? Почему здесь? Я же был наверху. Стоп, а почему так? Почему так получилось? Как так? Что делать и как быть? А, ну смотри, здесь я собрал эту штуковину. А кто это вообще? Чё это за хер такой? Новое место. Какое новое место? Да пошел ты. Я не буду с ним сражаться. Я сейчас просто по-быстренькому вот так вот. Сынок, прочитай сразу. Оп. Еще имя. Давай. Кара. Ага. Еще одна валькирия. Валькирия. Это не совпадение. Но кто Хорошо. Вырезал их на светильниках Тюра? Знаешь, ну его нахер, я не буду с ним сражаться. Это слишком. Это будет слишком. Так, а что мы сейчас делаем? Что мы сейчас делаем? Мы продолжаем наше увлекательнейшее путешествие. Продолжаем наше увлекательнейшее путешествие. Забираем вот эту хреновину. Это что? Бери. Бери, пожалуйста, давай. Забирай и посмотрим, что это. Это... А, роса Игдрасиля. А, мы же защиту еще таким образом повышаем. Я и забыл. Почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну, она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавой, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Да. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру. Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущей в магии ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста. Хорошо, ладно, потом расскажешь. Давай посмотрим, что здесь. Мы потому что нашли какую-то новую область, в которой мы еще не были. И на самом деле, на самом-то деле, интересно, что здесь будет, и, скорее всего, мне здесь вообще пока что не рады. Ну, как минимум, мне везде не рады. Особенно драугры, которым я жопу надираю каждый раз при виде драугров. Ну, а это уже совершенно другая история. Так, а что у нас здесь? Здесь мы можем подняться куда-то наверх, поэтому давай, раз мы можем, мы поднимаемся и ищем приключения на задницу. Смотри, Брок, привет. А чё ты здесь делаешь? Ну, кто пришел? Еще одно задание. Поболтай-ка с кольцом. Это мы пришли по заданию Брока, что ли? Серьезно? Я не думал, ну, что говори, так получится. Это Андвари. Ха, я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку. На него напал душеед, и умирая, Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Если найдете его молот, я вам такое смогу отковать. Что ты нам сможешь отковать, а? Интересно. Погоди, вы входной камень-то не забудьте. Ну, спасибо тебе. Спасибо, гном.
А, хорошо. Па-па-па-па-пам. Входной камень в руины. Хорошо, смотри. На этом эпизод... Да. Мне наплевать. На этом мы эпизод завершаем. Поэтому, ребятки, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, комментировать, оставлять ваши лайки. Всем спасибо и всем пока-пока.